В среднем плата за коммунальные услуги для жителей Алтайского края вырастет на 2,4%. А вот для барнаульцев, проживающих в пригороде Центрального района и селе Новомихайловка, коммуналка будет выше предельного уровня. Однако часть выплат могут возместить по заявлению граждан. До 1 июля банки региона должны были завершить перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы МИР. Однако пользоваться старым пластиком Visa и MasterCard можно будет до 1 октября. При этом у пенсионеров остается право получать пенсию по старинке через почтовое отделение. С сегодняшнего дня изменится порядок выплат пособий беременным. Ежемесячную помощь будут получать женщины, вставшие на учет на ранних сроках, и если их доход не ниже прожиточного минимума. Выплаты составят почти 6000 рублей вместо прежних 800. К слову, теперь пособиями будет заниматься пенсионный фонд. И плохая новость для курильщиков. С 1 июля магазины не смогут продавать сигареты стоимостью менее 108 рублей за пачку. Связано это с ростом акцизов на табачную продукцию на 20%. Анастасия Бертенева, «День с толком».